Всем привет! Мы сегодня говорим о стартовом наборе от бренда iJoy, с которого можно отлично навалить, и при этом туда помещается почти 13 мл жидкости. Но прежде чем заговорить об этом, мне хотелось бы спросить вас, какие типы стартовых наборов бывают, вы знаете? Сначала разберемся в этом. В целом, основных вида три. Егошка старого формата, которая до сих пор еще почему-то продается. Егошка нового формата и Next Gen Егошка, куда уже впихнули полноценный бак, все так же со сменными испарителями, но батарейный блок здесь, если его можно так называть, остался уж очень банальным и непроизводительным. Конечно, никто так не называет эти категории, но в целом ситуация так и выглядит. И вот с появлением первого в мире монолитного девайса со встроенной RDTA-шкой, которая еще и сделана по всем современным стандартам, мы можем обозначить новую категорию стартовых наборов и назвать ее как-нибудь наподобие All-in-One 200 Watt, что означает, что мощности нам здесь будет предостаточно, а вот атомайзер вы уже никак не поменяете, хотя, как мы уже и говорили, он сделан по всем современным стандартам. И по сути своей является тем же всем известным Limitless RDTA, но с более грамотным конструктивом. Во-первых, здесь есть сменные испарители, которые позволяют рассматривать этот девайс любому новичку, гоняющимся за количеством пара. Во-вторых, здесь можно устанавливать сменные деки, которые подходят от комбо. А в-третьих, здесь есть огромный резервуар для жидкости, который открывается и закрывается путем прохождения 9 кругов ада. В нашем боксе специально сделан такой вместительный отсек для жидкости, ведь ее так не хватает всем любителям RDTA-шек. За большое количество пара здесь придется платить большим расходом, поэтому будьте уверены в том, что расход жидкости у вас будет примерно такой же, как и у многих людей, пользующихся дрипками. И, как вы уже обратили внимание, здесь есть внутренняя подсветка. Она нужна для того, чтобы была хоть какая-то видимость уровня жидкости в резервуаре. Ну а если абстрагироваться от атомайзера и принять то, что он годный, то с боксом дела обстоят куда проще. Здесь нет ничего необычного. Диапазон мощности от 5 до 200 Вт. Минимальное поддерживаемое сопротивление 0,05 Ом. Питание двух аккумуляторов формата 18650. И температурный контроль на никеле, титане и стали. Хотя есть одна интересная функция, которая выполняет роль системы преднагрева. В ней вы можете выставлять так называемый буст, то есть простыми словами, эта функция позволяет подавать в начале затяжки увеличенную мощность. На сегодняшний день доступно 5 цветов. Темно-зеленый, желтый, бирюзовый, красный и стальной. Что же касательно комплектации, так здесь тоже все скромно. Помимо самого девайса сюда входит инструкция, запасные оринги, койлы и проставки, обслуживаемая база и одноразовый трехспиральный испаритель, отвертка и кабель. iJoy RDTA Box 200 Watt. Да, очень очевидное название, в кавычках. Ну что поделать, зато девайс получился действительно хорошим. Главная заслуга iJoy в том, что они потянули сделать годный и главное актуальный девайс, который воспроизводит много пара. Но с другой стороны, цена на него будет значительно отличаться от всяких хайджастов и айошек. Девайс смогут себе позволить только те, кто на самом деле одержим большими облаками. На этом у меня все, всем спасибо, пока.